Всем привет! Всем привет! Мы собрались к стоматологу. Да, со своей игрушкой. Да, Кисимиси взяла Василиса. К стоматологу в детскую поликлинику. У Василисы выпала пломба, она неудачно упала. Пломба выскочила. Но еще, я думаю, не последняя роль сыграла жвачки, которую Василиса тут прилюбила. Вот, и идем в поликлинику. Поликлиника у нас тут 2 года назад горела. Потом ее долго-долго чинили. Слава богу, на эти 2 года нам пломбы хватило. И вот сегодня идем опять. Записаться в нашу стоматологическую поликлинику невозможно, очень трудно. Но расскажу как. Значит, каждый вечер в 8 вечера выкладывают талоны к стоматологу на время через 2 недели. То есть, если у вас история не срочная, вы можете пойти в поликлинику. В принципе, там очень хорошие доктора. И, например, вот мы будем второй раз у врача по фамилии Сомсикова. Она нам очень понравилась в прошлый раз. И, конечно, записаться было очень трудно. Ну, то есть, ты открываешь в 8 вечера свой вот этот личный кабинет, записаться к врачу, и там всего 2 талона, по большому счету. То есть, ты успел, значит, ты молодец. Кто не успел, тот не молодец. Ой, ну, посмотрим, что мы сделали, как ее починили. Надеюсь, врач остался таким же хорошим. Так что мы пошли. Итак, мы приехали. Внешне вообще никак не изменилась поликлиника. Там доктора. У нас есть еще 15 минут, мы немножко раньше, это хорошо. Я люблю, когда никто никуда не опаздывает. Сейчас пока оденем бахилы. Будем сидеть ждать своей очереди. Василиса смело идет вперед. Чтобы я в ее возрасте так шла смело. Какой-то ремонт какой-то был. Был. Давай. Ну что ж, я вам скажу, нормально провели. Починили зуб? Ага. Ну, быстро? Быстро. Доктор хорошая? Хорошая. Ну, отлично. Так что вот, мы рекомендуем доктора Сомсикова. Честно говоря, к стыду своему даже не знаю, как зовут. Но главное запомнить фамилию. Ладно, мы теперь за поощрительным призом в фикс-прайсе, если он открылся. А если не открылся, то поедем... Пятерочку. Не в Пятерочку, а в... Поедем к нашему туда дому. Ребятки были сегодня в фиксе, купили к дню рождения тарелочки, стаканчики, неоновые вот эти браслетики. Что еще? А, вот такую я купила. В общем, у меня тут склад. Лиса сидит, занимается. Научиру ее прикрепили к классу. Так у нее там меньше всего каких-то яиц. Так она пытается всех нагнать, догнать. В общем, сидит. А у нас сегодня дома беда. Мы обнаружили, что у нас протекает под мойкой вот та штука. И она все залила. Вы прикиньте, все мокро. Мы все это вытащили, что здесь было. Теперь сушим. Приходил сантехник, все поперекрутил, перезакрутил. Не знаю, в общем, повздулась вот эта вот нижняя штука сильно. Наверное, ее в идеале надо менять. Но пока будем так. И, конечно же, пытаемся просушить. Погода, конечно, ужасная для этого. И, естественно, не... Влажно, мокро, короче, осень. Мы мчим во дворец на английский. У нас в этом году последний год обучения. Занимательным английском. В принципе, все нравится. И учитель хороший. И как бы программа мне устраивает. Такая достаточно интенсивная, но ребенок справляется. В общем, очень печально, что последний год. Ищем что-то, какую-то замену, посмотрим, как будет проходить вот, где мы были на открытии. Но, ладно, найдем что-то. Вопрос даже не в дефиците английского и уроков английского, вопрос в лошадиных ценах, потому что ценник, конечно,
где-то 4-5 тысяч в месяц за 8 занятий. Это, конечно, по брянским зарплатам очень-очень-очень-очень серьезная сумма, учитывая, что ребенок ходит еще куда-то. Пока что вот мы спасаемся дворцом. Тут не так дорого, тут сильно дешевле, и поэтому я вот прям всем рекомендую. Сейчас я ее сдам, немножко освобожусь, куплю себе кофе. И наконец остановлюсь. У меня сегодня такой день. И у меня единственный выходной, потом 3 еще рабочих. И дома я была от силы, наверное, 1.5 часа. И то гладила. Все. Сейчас еще прийти домой, потом еще родительское собрание. Я приду домой, наверное, в 7:30. Не знаю, сколько оно продлится, надеюсь, не очень долго. И тогда хотя бы вечер приведу здесь дома. Здесь 21 замка. 21 замок. Василиса. Большая. Есть грамотная речь, есть безграмотная. Все, мы пришуршали. Все, я сдала свой принцесс. Теперь есть возможность пройти с тихим шагом. Насладиться своим выходным. Вы посмотрите, сколько яблок. Это просто что-то нереальное. Вообще. Вот яблоки стоят. Видите? Видно вообще? Не знаю или нет. У нас вся красная. И дальше тоже. С ума сойти. Вот так. Спуститься, что ли? Наверняка падалится много. Погрызть.